Бригадир предприятий железнодорожного транспорта и метрополитена города Минска, четырехкратный чемпион мира и Европы по мини-футболу среди слабовидящих спортсменов Дмитрий Ковалев. И эстафету принимает артист Государственного драматического театра имени Максима Горького с 1985 года Жданович Александр Викторович. Давайте поддержим обоих участников эстафеты. Дмитрий Ковалев, заслуженный артист Республики Беларусь, лауреат песни года Украины 2004, Александр Солодуха. Александр Солодуха. Приближается к очередной точке передачи «Пламени мира». Александр Солодуха, ваши аплодисменты. Октябрьской площади приближается Николай Козыка. Белорусский тренер по фристайлу, чьи участники завоевали 6 олимпийских медалей. Отдержим обоих участников эстафеты. Николай Козыка и Алексей Христов. А также два защитных фетера. Давайте поддержим аплодисментами нашего уважаемого поклонца Алексея Христова. На ваших глазах состоится церемония запечатывания огня вторых европейских игр в Лампаду, в которой огонь и продолжит свой путь в городе Минске. Нам помогают в этом хранители огня. Олимпийский огонь продолжит свое шествие по Минску именно в этой лампаде. Слово предоставляется председателю Координационной комиссии вторых Европейских игр, президенту Национального олимпийского комитета Греции Спиросу Капралосу. Please welcome, мистер Капралос. Витаю сабри. For all of you. You're going to live this next 15 days. It's going to be something unique in your lives. You're going to live the second European Games. Я надеюсь, все проживут замечательные вторые европейские игры, которые будут проходить эти ближайшие 15 дней. Дякую! Слово предоставляется главе администрации Центрального района города Минска Дмитрию Викторовичу Петруше. Уважаемые участники и гости церемонии, дорогие друзья, пусть этот спортивный праздник подарит радость общения, множество положительных эмоций и надолго останется в памяти спортсменов и наших гостей, чтобы еще раз обязательно встретиться в столице нашей Родины, в городе Минске. Спасибо. Мы с вами лучшие! Беларусь лучшие!
И хочу вашего громкого одобряющего шума! И даже так! Беларусь! Беларусь!